الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بتم نمازلار بزن خم إزغلكلار بتم رزلار خم башка яхшы эшләр синең ризалыгың өчен генә укыган һәм ясалган һәм син аларны кабул итсәң иде. Я Раббыбыз, я Аллах, без сиңа генә гыбадәт кылабыз. Синнән генә сорыйбыз. Безнең һәм гаиләләргә сәлек сәламәт булсын. Я Раббыбыз, бирсәң идең безгә сабырлык, бастырыр идең безне изге һәм туры юлга. Укыган намазларыбызны, укыган дагаларыбызны кабул итсәң иде. Бөтен кылган гөнаһларыбызны гафу итсәң иде. Бу лагерне үткәрергә ярдәм иткән апаларга, ярдәм, иман, хидаят, тазалык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Әниләребезгә, әтиләребезгә иман байлыгы, тазалык, ике дөньяда бәхеттен телибез. Башыбызның урыннарыбыз жәннәттә булсын. Аллах, ты всевидящий, всезнающий, ты всемогучий. Я тебя очень благодарю за то, что ты дал мне здоровье. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне возможность ходить, слышать, видеть. О Аллах, прошу, чтобы у меня была хорошая семья, чтобы мои дети всегда были здоровы. Берүзене ялварам, син генә безне саклаучы, яклаучы, сәламәтлегемнән аерма әти, әниемне, туган нарымны бәлалардан сакла, бәхет бир. О Аллах, прошу тебя, чтобы ты дал здоровье. Здоровье. Здоровье моей семьи. О Аллах. Прошу тебя, чтобы ты дал тепло семью тем людям, у которых нету этого. О Аллах, прошу тебя дать ласку, любви тем детям, у которых нету этого. О Аллах, хочу, чтобы ты сделал моего братишку сильным, добрым и умным. Я Аллах, синең генә сөйләсез, сиңа гына дуа кылабыз, сиңа гына кылган кылмаган гынахларыбыз, начар гамәлләребез өчен тәүбә итәбез. Я Аллах, безнең әти-әниләребезгә, әби-бабаларыбызгә, абый-энекәшләребезгә, апа-сеңлеләребезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек, исәнлек бирсәң иде. Безнең гынахларыбызны, начар гамәлләребезне кичерсәң иде. Дөньядагы бөтен сугышларны бетерсәң иде. Әлхамдулиллаһи рәббил аламин. Амин. Өшін бұна садақа зәкәт келіп, туғанларымызға бұл дүниеде яшаған кішілерге саулық, сәлеметлік, ұзын ғұмыр, һәм яхшы ғойлаларынан насип етсен едім. Мені басыны даска учись мы, моих родителей и моих братьев мусульман, моих братьев мусульман и родных будут райские глаза. Это будут... Сыны еще не рано махтарын кулабыз, дуалар кулабыз, біздің туғанларыбыз ауыртмасын, һәм әхиретте яхшылық, һәм матурлық. Если дай мне и моим родным здоровье. О Аллах, дай мне и моим родным крепкую веру. Наш Господь, защити меня и моих родных от шайтана и даджа. Защити их от всего плохого. О Всевышний Аллах Субхану Тааля. Даруй всем верующим терпение. О Аллах, благослови нашего пророка, мира ему и всех его сподвижников. О Аллах, я прошу тебя дать моим
моим родственникам здоровье и направь их правильным путем. Розалары бізні, қоған намазлары бізні қабыл етсәңейді. Бүтін мүсілманларға бәрекет берсәңейді. Туғандарыма ата-анаға ұзын ғымыр, ісәндік берсәңейді. О, Аллах, пусть моя семья будет здоровой. Аминь. И пусть я буду здоровой. И счастливой. Ассаляту ассаляму алейхи ва расулихи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллям. Делай, пожалуйста, так, чтобы родители жили долго и счастливо. О, Аллах, прости и моих родителей. О, Аллах, прости, пожалуйста, мои грехи. О, Аллах, прими мои намазы. О, Аллах, облегчи моих родных близких братьев. О, Аллах, мне, моим родителям, моим родным долгой жизни, здоровья, чтобы они всегда были счастливыми. Подпусти нас в рай. Все наши намазы, дуа прими. Аллах, дай счастье детям и вожатам, которые сидят здесь. Защити мою семью и людей. О, Аллах, поставь неверующих людей на верный путь. И пусть воцарит везде мир. Я рабам я Аллах, меня мугуван намазарам, да. Улам куван айларам, да. Кабу кулсани дай. Аниме билен атиме, абуиме, аниме синиме, абиме, дау аниме, бабама, саулык берсай дай. Улам намазарам, да. Кабу эт. Я Аллах, әбей бабаларыма, әті әнеме, туғандарыма, нұсларыма, есәмдік, саулық, дәхіт, шатлық, тұрыш, тұрмыш, басы бет. Біздің ғынақлары, біздің ғафу ет, бізге есәмдік, саулық, ұзын ғымыр бер. Әті әнелері, біздің әбей бабайларыны бәлелерден соқла, дәхіт, шатлық бер. Я Аллахым, біз жәнет нұрларын көрек. Я Аллахым, бізні жәхәннәм ұтыннан соқла. О, Аллах, облегчи жизнь всем мусульманам. Пусть всегда будет много мусульман. Дай много лет нашим мамам и папам. Всем родным. Пусть все следуют за пророком Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть будет так, чтобы все дружили. О, Аллах, пускай у меня родители живут долго, помоги мне стать хорошим мусульманом. Помоги всем мусульманам. Сделай меня, чтобы я помогал другим мусульманам. Я Аллах мусульмана рахматларына білдірем. За тех людей, которые мандай жиылдылар. За мальчиков, которые здесь читают дуа так красиво. За их веру. Я Аллах мусульмана рахматларына білдірем. За тех людей, которые здесь собрались. Самый главный ценный подарок, который, иншаллах тааля, вы получите, это, иншаллах тааля, Аллах примет вашу дуа.